А перед началом ролика, может, кто-то не знает, может, впервые кто-то увидел мой канал, вообще слышит меня, видит меня. Но у меня проходит конкурс на 220 миллионов рублей. 220. Конечно, не с Monster Rage, а на Smotr AMT. Вот, как видите, вот этот ролик, Rolls-Royce Cullinan, 3 недели, кстати. Заходим. Вот, тыкаем вот сюда, условия конкурса. Конечно, вы можете посмотреть весь ролик, эту тайм-коды, чтобы вам было лучше поставил, и будет вообще идеально. Смотрите, выполняете вот эти условия. Вот я доказал, что эти условия можно выполнить за 30 секунд. Осталась вообще херня. Так что давайте, поднажмем. И... О, кстати, 1, 2, 3, ничего себе. Ладно, ладно, все, смотрите видос. Хотел бы вам сказать, что я все-таки договорился про промокод на Smotr Rage с админами. И когда вы будете регистрироваться, внизу в окошке введите большими буквами Evan, и вы получите очень классный бонус. Все, жду вас на сервере. Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, обладатель вот такого вот красивого золотого велосипеда Петро. Сегодня мы играем на сервере Smotr Rage, все как всегда. Но не, плохо сказал. Я под предыдущим роликом написал, вернее, не написал, а сказал замечательном сервере, и мне разработчики сервера написали красавчик. Может сейчас так сработать? Играем на замечательнейшем сервере Smotr Rage MTA FM GTA 5. Сегодня будем мы покупать мне новый автомобиль. И... А, он в салон BMW поехал. Не, ну просто красавчик. Если он еще купит ту тачку, которую я хочу, просто будет молодец. Кто это такой? Какой-то Иван, Иванка, Иван, как дела? Короче, задолбался я ждать. Вот зачем мы играем на сервере? Чтобы получать удовольствие. Я хочу получать удовольствие, езжа на этом автомобиле, а не просто ходя пешком или ездя на велике, или просить у кого-то тачку. Уже насобирал я кучу денег. Насобирал. Уже можно на себя и потратиться. И пофиг, что авто там стоит сколько-то, столько-то. Ладно, потратимся. Так, а я надеюсь, пацан купил или не купил эту тачку. Я просто хочу посмотреть, что у него по номеру будет. Ладно. Несложно уже догадаться, что это будет у нас BMW M5 E39. Залям 900. Который своих денег капец как не стоит. Но из-за того, что это мой любимый кузов в марке BMW, я куплю ее. Выбираем цвет кузова, конечно же, темно-синий. Конечно, такой голубой тоже прикольный, но нет, темно-синий. Хотя, бля, вам то он лучше смотрелся, чем здесь. Если взять черную, ну черная это банально. Белая тоже банально. Если был бы еще антихром, было бы заебись, если был бы белый цвет. Брать синюю. Ну, синяя, согласитесь, что-то не то. Что-то не такой цвет, что-то мне не нравится. Вот у меня в МТА плюс-минус вот так... Бля, это уже много. В МТА что-то такое. Но здесь, согласитесь, как-то он не смотрится. Хотя, если брать красную, красная вот такой бордовый, она тоже топчик. Вообще смотрится идеально. Я забыл, как этот цвет называется. Можете сказать, Эван, бери в любом цвете, потом перекрасишь, да? Ну перекраска-то сотку стоит, или там больше уже. Ладно, я приехал за темно-синий BMW, значит я покупаю темно-синюю BMW. Это было так настолько быстро, что я даже не заметил, что там было написано. А, пацан не купил все-таки баху. Но в чем прикол? Я забыл поменять цвет салона. Сук. Я хотел белый салон. Или рыжий, как я люблю. И теперь самый ответственный момент. Как всегда, вы F3 сейчас не увидите. Я тоже смотреть не буду. Специально. Закрою рукой. Все, что я вижу, это номер транспорта 8246. Телепорт. Все. А, белый салон, да? Такой серый. Такой уебищный, уебищный, да? Прикол сейчас будет полублат. Вот это будет, конечно, полнейший прикол. Ладно, смотрим номера. ТСО. 0.28.18. Ну как вам сказать? Как вам сказать? Я бы не сказал, что эти номера прям были прям не очень.
Первая сотня, у них что-то есть. Регион бы еще. Чек горит. Сразу так посмотреть. Вроде не горит, но там что-то написано такое. Там фьюил и какая-то фигня написана. Давайте посмотрим. Так, так, этот. Блин, а что он такой быстрый? А вот, все. Сейчас я на камхахе долечу быстро. Так. Фастен. Ну, короче, пиксели побитые. Короче, типичная М-ка из рашки. Все понятно. Ну, детализация салона, мне кажется, на высшем уровне. Просто на высшем. Ну, это просто того, чего не хватает в МТА. Конечно, там есть детализация, но GTA 5 это совсем другие эмоции. Что я могу сказать? Звук офигенный. Я уже брал у пацанов чисто покататься, но звук офигенный. Вот сейчас можете послушать. Ну звук вообще зачет. Вот прям как в жизни. Вот даже я не поленюсь и вставлю вставку выхлопа M5E39. Добро пожаловать в мир тюнинг с Motor Rage Customs. Здесь Motor Rage Customs у меня много денег не заберет. Потому что если она заберет, я их кокну. Ладно, я уже эту тачку буду делать полностью под себя, чтобы я никогда ее не продавал. Тонировку делаем 15. Все, 47650. Давайте я просто буду считать на калькуляторе. Так, 7650. Назад. Ксенона. Нахуй мне надо ксенон. Буду еще слепить людей. Так. 47650 ушло. Дальше идем. Двигатель и трансмиссия. Вот самое интересное. Двигатель. Stage 3. 147500. Добавляем. Добавить заказ снаряд. Назад. Установку турбины. 97500. 97500. Плюс. Добавить. Так, улучшенная коробка передач. 92500. Добавить. Эх. Улучшение тормозов. Ну, кстати, можно... Хотя здесь разница в десятку, так что не жалко. 77500. Эх, и здесь только 415 тысяч. Кстати, внизу пишется, зачем я добавлял. Ну, идиот, что сказать. 415 тысяч еще минус. Малярные работы. Перламутров краску, кстати. Что будет? Розовый, например. Ну нет, не хочу. Отменить. Так. Чем мне хочется? Что хочется? Хочется небесное перло. Небесное говно. Так, черное. Она потемнее станет? Не, нихера не потемнее. Графитовая. Нет, 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 нет. Материал. Матовая. Бля, матовая смотрится даже лучше. Или нет? В грунте как будто. Эксклюзивный хром. Ну не, хром это колхоз, конечно, уже. Так, не надо, не надо, не надо. Все, выхожу, выхожу, выхожу. По идее, нас тормоза, коробка, вот эта вся херня сделали. Получается колеса. И все? Так мало? Так. Лучше... А, подвеска еще, точно. 67500. А, я ж, бля, зачем я добавляю, если потом могу добавить? Так, гоночную поставили. Цвет колесный диск, цвет демо лучше. Улучшение по крышек, нафиг, на колесные диски. 57500, значит, да? Но сейчас будет очень сложно, потому что этот... Эти BMW-шные диски, я не помню, какой стиль. Ну, прям вообще топчик. Ну, там говорили, новые диски добавили, так что давайте посмотрим. Нафроводные. Какие там еще? Асанти какие-то. Так, так, так. Форштайнеры? Или что-то такое? На полусликах? Ну, нет. Так. Фиски. Так. Рейсинг. Такое. ZR. Ну, уже что-то получше. ZR, так, ZR, ZR, Advan 2, нет,
Атлан первые. Нет. Так, Ротиформ. Ухо-хо, нет, нет. 57 500 добавим еще. 67 500. Плюс. Так, улучшение покрышек. Так. Подвески, колесные диски, цвет, цвет дыма покрышек, улучшение покрышек. Да. Так. И что это, весь ФТ? А что мне заливали там лям 200, кто-то еще заливал 800? 530 тысяч вышел. Он 001, 005 МР, 007, блядь, он 007 МР свободный, да? На любом регионе не свободный. Но если там, если брать ОМР вот так, например, симпатично смотрится, да? Но если взять номер Булкина, номер Булкина, ой, я не потяну, тем более они все заняты, да? Сейчас давайте проверим. 98, 100% занят. И это тоже, да, получается. А почему ты такой, Сашка, найти? ОМР тоже занят, я чекнул. Даже на 78-м занят. Но, не, но кто-то забылся про номер ММР 788-78, который, мне кажется, потом тоже будет хорошо стоить. Тем более он симпатично смотрится. Так что давайте его купим за 1 миллион рублей. ПАУ! Я посмотрю, как он продает. Ну нахуй ты сюда жмешься. Теперь можно пафосно называть видос. Купил Е39 и купил. Не, купил новую тачку на номере Булкина. Вот. И это просто залетит на раз-два. Кто не верит, может сейчас зайти в номер Играм. Это его старый номер, который стоял даже на Поршике, на последнем тачке. Вернее, после Поршика он стоит сейчас на восьмерке. Ну, после этого номера у него появилось ООО 88798. На этом все. Такая вот серийка вышла. Такой вот баху прикупили номер Булыча. Все. Серия залетит на ура, я надеюсь. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Пишите, что в следующий раз купить. Возможно, даже на конкурс в GTA 5. Ну, все, с вами был Аван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи и всем пока. И, конечно, там многие могут сказать, что это BMW старое говно. Пойдут нахуй.